В этом светлом и теплом огромном спортивном помещении будут тренироваться в одну смену порядка 100 ребят и девочек. Но Радил Русланов со школьной скамьи не знал, чем занять себя в свободное время от занятий, пока отец не подсказал ему, что нужно делать. Мне 11 лет. Я занимаюсь тхэквондо 4 года. Папа привел меня сюда. Мне очень понравился этот вид спорта тхэквондо. Во время торжества государственный секретарь Сюембек Асмамбетов выразил надежду на то, что представители подрастающего поколения в ближайшей перспективе добьются высоких спортивных результатов и прославят Кыргызстан на мировых аренах. Наши спортсмены удивили весь мир на последней Олимпиаде своими победами. Руслан Түмөнбаев, Айпери Медеткызы и многие другие. Они высоко подняли флаг Кыргызстана, и весь мир был восхищен кыргызскими спортсменами. Будем надеяться, что в будущем и в регионах откроют подобные сооружения. В этом спортивной школе Олимпийского резерва созданы прекрасные условия для тренировок. И здесь будут заниматься спортом не только городские, но и ребята и девчата из регионов. В следующем году мэрия столицы планирует выделить средства для строительства еще двух подобных спортивных сооружений. На данный спортивный зал на строительство было предусмотрено более 63 миллионов сомов, то по итогам тендера нам удалось сэкономить 10 миллионов и построить за 53,5 миллиона сомов. В здании специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва расположено 3 спортивных зала – игровой, борцовский и тренажерный, раздевалки, офисные помещения и душевые. Проект начинался еще в 2019 году. Заказчиком проекта была спортивная школа. 150 тонн металла было заложено проектом. Наружные стены у нас утеплены базальтом 12 мм. И также у нас 15 мм сэндвич-панели, которые держат тепло. Современное спортивное сооружение носит имя Радбека Санатбаева, известного борца греко-римского стиля, чемпиона Азии и бронзового призера Олимпийских игр. В завершение торжественного мероприятия была продемонстрирована показательная тренировка спортсменов. Усен Кульбаев, Нуркамиль Асанов, Алатау 24.